spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлен рюкзак от известной финской компании Redki. Это модель под названием Ultralight Backpack. Такой аксессуар относится к универсальным, так как его можно взять на рыбалку, в поход, путешествие или использовать в качестве городского. Давайте поближе его рассмотрим. Основой для пошива Ultralight Backpack является современный нейлон с маркировкой 200D. Такой материал легкий, вес рюкзака составляет всего 350 граммов, плотный, прочный и износостойкий. Кроме того, он не марки и легко очищается от незначительных загрязнений путем протирания влажной салфеткой. А плетение RipStop позволяет не расползаться ткани при незначительном порезе или если вы сделали так называемую затяжку. Размеры этой модели составляют: длина 47 см, ширина 27 и максимальная толщина 27 см. Спинка бескаркасная, что дает возможность компактно складывать аксессуары на время хранения. Однако здесь предусмотрена мягкая вставка, которая делает носку более комфортной и не дает содержимому впиваться в спину. Для переноски имеются две лямки. Обратите внимание, они сделаны таким образом, что в верхней части образовывается небольшая ручка. Ею можно воспользоваться при погрузке рюкзака в автомобиль или для удержания аксессуара во время поездок в общественном транспорте. Вверху лямки жестко закрепленные, а снизу есть возможность регулировки по длине. С внутренней стороны мы видим сетчатый материал, обеспечивающий вентиляцию и отвод тепла от плеч при длительных переходах. Также на каждой лямке расположена по паре эластичных фиксаторов, за которые подвешиваются необходимые аксессуары с помощью карабинов или ретриверов. Ниже находится грудная стяжка с резиновым компенсатором и пластиковым замком. Еще представленная модель оснащается простейшей поясной системой и стропы шириной 20 мм. Она регулируется по длине и застегивается на компактный фастекс. Такой элемент поможет вам незначительно разгрузить поясницу и более равномерно распределить вес рюкзака по спине. На клапане имеется отдел быстрого доступа, скрытый под обыкновенной молнией. Собачка оснащена веревочной ухваткой. Сюда можно сложить документы, компактную электронику или другие вещи, за которыми не надо будет залезать вовнутрь самого Ultralight Backpack. Основное отделение достаточно вместительное. Его объем составляет 25 литров. Здесь поместятся рыболовные принадлежности или запасные вещи, продукты для пикника на природе или снаряжение путешественника. Потом все стягивается оригинальной шнуровкой горловины с кнопочным стопором. Дополнительная фиксация производится фастексом на регулируемой по длине стропе. На фронтальной стороне проходят еще две вертикальные прошитые стропы шириной 10 мм и заканчивающиеся в районе днища парой объемных петель. Пригодятся для подвешивания инструмента, дополнительных подсумков или фиксации снаружи каких-то вещей с помощью утяжек или шнуров. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.